Вітаю! В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Костецька. Отже, з 24 по 26 вересня в Одесі у 21 раз відбудеться міжнародний джазовий фестиваль «Одеса Джаз Фест». І до нашої студії сьогодні завітав піаніст, композитор, педагог, арт-директор «Одеса Джаз Фест» Олексій Петухов. Вітаю вас, Олексій! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, в чому особливості фестивалю у цьому році? Яка программа? Программа очень большая и насыщенная. Я жду с нетерпением каждый раз этого фестиваля. Это всегда очень много ярких эмоций, много общения и знакомств, и переживаний. Очень большое яркое событие. Поэтому и каждый год, хотя программа меняется, варьируется, она по-своему уникальна, интересна, неповторима. Вот. Я бы сейчас хотел в двух словах, может быть, подробно рассказать, что ждет слушателей и какая, собственно, программа будет в этом году. Вот. И хочу сказать, что программа фестиваля, собственно, несколько шире, нежели сами концерты, которые проходят в эти указанные три дня. А по сути, уже фестиваль начался еще 21 сентября открытием в арт-галерее Одесса выставки такой коллекции картин, подаренных Юрию Кузнецову. Уникальная коллекция. Рекомендую всем зайти в арт-галерею, посмотреть. Мы буквально только вчера там был. У нас был, кстати, еще один вечер в рамках фестиваля. Это поэтический музыкальный вечер с замечательной поэтессой Виталиной Бабущак. Читала свою поэзию, я играл на рояле. Очень вдохновляющая поэзия. Это происходило там же. И вообще, мне кажется, там такая своеобразная аура, очень энергетически положительно заряженная. И мне еще год назад захотелось там провести концерт. Вот кто помнит из одесситов, в октябре месяце прошлого года я проводил свою фотовыставку там и с концертом «Времена года». Вот. И дальше по программе 24 сентября пройдут два мастер-класса в первой музыкальной школе. Это сейчас школа искусств номер один в переулке Маяковского. В 12 часов пройдет мастер-класс немецкого пианиста Себастьяна Шунке. Это один из ведущих сегодня джазовых пианистов в Германии. Все это происходит при поддержке Баварского дома и Института Гёте. Uh-huh. Вот, пожалуйста, это как бы обращаюсь к родителям, может быть, у кого дети занимаются музыкой, преподавателям. Будет возможность, пожалуйста, приходите, бесплатный мастер-класс. И в 14:30 там же, в первой школе, пройдет мастер-класс, пожалуй, самой яркой звезды, хедлайнера этого фестиваля, американского саксофониста Чико Фримена. Также бесплатно, это уникально при поддержке посольства США в Украине. Так что вот такая программа. Вот. А в пятницу начинается основная программа в 6 часов, открытие. Концерты начинаются в 6 часов. В первый вечер выступят литовский, такой тандем литовско-украинский, группа Swinging Trip. С нашей стороны участвует наша известная вокалистка Анастасия Букина, а также ритм-секция в виде барабанщика Игоря Семенова и басиста Валера Бурымченко, с которым мы вот сейчас в последнее время много играем в турах, выступаем. Так что это такой, знаете, одесский такая связка, тандем, который одесситам, любителям джаза, пожалуй, известен еще, думаю, с конца 80-х годов. Вот. Собственно, потом продолжить программу пианист Себастьян Шунке представит свою программу. И на завершение наши друзья из Херсона. Есть уникальный преподаватель, музыкант Олег Голдаковский, сам одессит, к слову говоря, который, вот знаете, в Херсоне просто делает невероятные вещи, уникальный музыкант. И один из его проектов под названием «Хроматоникс» — это вокально-инструментальная группа. В общем, к нам приедет большой-большой десант из большого количества исполнителей. Это будет очень яркая программа. И меня Олег пригласил тоже немножко поучаствовать. Я там немножечко зарисуюсь с ребятами. Вот. Это будет яркое завершение первого дня фестивальной программы. Значит, в субботу, 25-го, выступает такой совместный проект турецко-шведский под названием «Лакза Project». Вот, послушаем. Потом еще два слова, если успеем, скажу, чем интересен, на мой взгляд, сегодняшний европейский джаз. Вот. И итальянская вокалистка Хейди Рэй при участии наших музыкантов одесских, Роксана Смирнова, фортепиано, Миша Калинин, гитарист, и указанный выше Игорь Семенов, такая вот связка. И заканчивает концерт самый яркий хедлайнер Чико Фримен со своим проектом. У него
американо-европейский проект США, Швейцария. Вот. И в воскресенье в 12 часов дня начинается детский проект, детский концерт. Дети играют джаз. Это несколько лет уже вот так, такое есть. Опять же, приходите, приводите своих детей, пускай детки послушают, как другие детки играют джаз, как они увлечены этим и, может быть, тоже увлекутся этим. В 12 часов будет концерт. Вечерняя программа начнется в 5-6 часов и выступает этнический польский коллектив под названием «Дагадана». Это один из коллективов, который сейчас в топе европейской сцены. Он выступает на всех лучших фестивалях. То есть очень-очень востребован, очень необычный, очень интересный. Так что приглашаю. После этого сыграет австрийское трио, Кристиан Баканик трио. Вот. А я только в конце августа сейчас был в Австрии с туром своим. И, конечно, впечатление у меня самое прекрасное от австрийской, ну, такая, знаете, еще спокойно размеренная жизнь. И главное, слушатели. Очень много культурно образованных людей, которые приходят на концерты, которые очень эмоциональны, которые подходят, делятся. И музыканты там очень хорошие, я уже познакомился. И так что ждем с терпением знакомства с австрийским трио. И завершает концерт яркая кульминационная точка фестиваля – одесская группа «Зира». Это коллаборация. Этногруппа, в которой, лидер которой Дмитрий Земский, играет на большом количестве самых уникальных и невероятных музыкальных инструментов. И к ним присоединюсь я, так что, потому что я в последнее время также участвую в этой коллаборации. Вот так более-менее подробно вся программа фестиваля в этом году. Олексій, а ми не можемо не згадати сьогодні прізвище відомого одеського митця, джазмена Юрія Кузнєцова, який був одним із засновників фестивалю. І як ви вже сказали, цьогорічна програма збагачена ще й виставкою художніх робіт з колекції Юрія Кузнєцова. Розкажіть трохи детальніше про це, будь ласка. Юрий Кузнецов – это уникальная личность, очень харизматичная, очень одаренная, талантливая. Я, будучи молодым еще студентом, всегда ходил на концерты Юрия Анатольевича. И просто вот сейчас даже как бы вот анализирую это все, я понимаю, насколько я был потрясен вот этой игрой, необычностью, вот этой энергетикой, которая захватывает и в которой потом очень долго пребываешь. Кстати, один из аспектов, что такое живая музыка и что такое, вот, наверное, искусство, которое увлекает людей. И, собственно, что такое джазовая музыка в целом и чем она отличается от любой прикладной, скажем. Очень уникальная личность. И я рад, что, конечно, у Юрия Анатольевича было очень много друзей, очень много поклонников, которые чтут его память. И все равно вот это имя, оно среди нас. И вот эта арт-галерея, это пространство, в которой проходила фотовыставка Юрия Кузнецова, фотографии его, скажем, фотографии Юрия в различные, там, сняты в различное время. Сейчас это коллекция работ, подаренных ему. Там стоит рояль, который принадлежал Юрию Кузнецову, на котором сейчас вот мы можем и поиграть. То есть еще вот это все происходит. Ну и, конечно, спасибо Наталье Артновой, главной продюсеру, организатору джаз-фестиваля, который продолжает дело фестиваль. На жаль, Одеса знов опинилась в жовтій епідеміологічній зоні. Як ці обмеження вплинули на проведення фестивалю у цьому році? Це буде проходити на вулиці. Це літній театр в Горсаду. Тому, пожалуйста, беріть з собою маски, можна соблюдати деякі дистанції. Це все проходить на вулиці. Тому ніяких поки от таких строгих обмежень, к щастю, немає. Расскажите нам, будь ласка, трохи про свои подальші творчі плани. Да, на сентябрь выдался очень насыщенный месяц. У меня уже было несколько туров в этом месяце и в августе. И буду продолжаться. Сразу после этого фестиваля я еду в Винницу на сборы. Впервые такой проектный, пилотный проект. Молодежный биг-бенд, который репетирует на месте и выступит на фестивале, который придет в Виннице со 2 по 3 октября этого года. Я также принимаю участие в этом фестивале со своим трио, с авторской программой. И после этого у нас сразу концерт в Житомире, и после этого еще ряд концертов запланирован по Украине. И у меня сейчас достаточно большая широкая концертная деятельность. Вот, будем выступать, пока есть возможность. Олексій, зараз є можливість запросити наших глядачів на фестиваль. Да, с большим удовольствием, радостью хочу пригласить вот всех без исключения жители Одессы, вот те, кто знает, что такое джазовый фестиваль, те, кто ходит на концерты, те понимают, о чем речь. Но я хочу особенно пригласить тех, кто, может быть, еще ни разу по какой-то причине не попал на джазовый концерт или на фестиваль. Приходите, потому что вы получите новые, совершенно уникальные эмоции и ощущения, которые, возможно, не испытывали раньше.
Это уникальное явление. Каждый фестиваль — это море эмоций, море общения, это открытие своих каких-то внутренних свойств, черт. Вот с точки зрения вот как бы художественности, вот можно много рассуждать. Но одним словом я приглашаю всех. Приходите, и все будет замечательно. Давайте еще раз нагадаем місце та час проведення. Фестиваль пройдет в летнем в Горсаду, в летнем театре с пятницы по воскресенье. Начало концерта в 6 часов. Що ж, Олексій, дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.